Ух ты! Ух ты, нравится. Красиво. Это у нас летчик получается. О, с первого раза попал. Это как этого я вообще умудрился? А второй раз попадешь? Ах, ты не зарядился еще. А он крученными, верченными. Красиво. Это что ты делаешь, а? А, это ты зарядил свою ульту. И все мимо. Вот и лох. Слушай, он вообще по мне попасть не может, да? Прикольно. Неужели магией запинаю? Поджопник ему. Ты пострекай, няша. А что, нельзя всегда, чтобы магия работала вот так? Ой, ульту зарядили. Ой, ну все. Вот так вот. Over. А вот сейчас не до смеха. А вот вообще не до смеха. Потому что игра такая. Такая сука. Прежде всего, большое спасибо всем, кто в комментариях откликнулся и поделился мнением, предположением или опытом, как же пройти этот баг. Потому что как пройти босса, тут в принципе понятно, как пройти баг. Вот. Скажем сразу, переустановка игры с проверкой целостности файлов ничего не дали. Ничего не дал даже вход от администраторский. Ничего не изменилось после переустановки драйверов. И вот сейчас я пользуюсь последней соломинкой, которая опять-таки подсказана была в комментариях, буквально скрутить все настройки в минимум. Единственное, я не скрутил разрешение. И так больно, и так некрасиво. Очень хотелось бы, чтобы это не аукнулось мне в поединке с этим боссом и баг не триггернул. Но если триггернет, я, скорее всего, забью и победу дальше, не проходя его. Потому что, как гласят комментарии, он не обязателен. Обидно, конечно. Сука. Ладно. Вот так я настроен его убивать, да? Но на самом деле это было очевидно, потому что он, тварь, вытрахал все мозги. Буквально всю нервную систему изуродовал. Хотя, будем честны, убивает он не этими камнями и не этими своими ударчиками. Да. Угу. И уж тем более не этим. Ну что, камни? Я знал. Вообще, конечно же, торопиться не стоит. С ним. Потому что, ну мало ли, еще и бутылки закончатся. Что там у тебя? А я думаю, камнепадик жду. Твой. Элитный. Ну что, сейчас проверим. Хватило? Не хватило. Пару ударов, да? Больше, чем пара? Ага! Я уж думал, не сработало. Нет, все сработало. Первая стадия миновала. Двигаемся дальше. Угу. Фак.
Да. Ах да, мы же сейчас. Мы же сейчас такие. Ладно. Чувствуется, что боевой дух просран, да? Это не значит, что бой проигран. Это значит, что он не будет таким хорошим, как мог бы быть. Ничто уже не будет прежним, на самом деле. С этим боссом так точно. Вроде посохом начал больше наносить, что ли. Может и нет. Да не, вряд ли. Столько же. Короткие лапки. Ну что, он уже почти готов ко второй стадии. Надо бы накопить побольше магии, чтобы его потом расстреливать. Ого. Накопил побольше говна всякого. Чё-то надо аккуратничать, да, то... Я-то стараюсь не затягивать, но... Надо как-то... подзатянуть. Немножко. А то Харкин закончится. Так, буквально, наверное, пара ударов. И он начнет взрываться. Пока что все идет хорошо. Камнями только немножко прибило. Пошли уже огненные. А теперь, значит, только вот этим заклинанием его пробьешь. А огненным моим, стрелами моими, не пробьешь. Ну и еще, естественно, вот так вот. А, нет. 17, это, конечно, до лампочки. Хорошо. Окей. Кружим, копим. Ибо нет смысла. Я вот о чем думаю. Как же они, сука, умудрились-то так сделать-то, а? Игру. Ну, если сейчас все получится. Просто, если что, от этих же разработчиков на канале есть игра Surge, которая вышла после этой игры года через два. И графика там, если что, на уровне. Если не лучше. А скорее всего лучше. Просто тут у нас тут такое фэнтези, волшебство, вся херня. А там утилитарные роботы и все остальное. Ну, в общем, этот Surge у меня идет идеально. Сука, идеально. А я на нем, если что, играл. В него играл, пардон. В то время... Когда у меня оперативной памяти, моей, родной, DDR3, всего 8 гигов было. 8. В одноканале. И он отлично работал, сука. А видеокарта была GeForce 950-я. GTX. Обосраться, да? А теперь 16 гигами оперативной памяти.
и, сука, с 2070 супер, здесь такие проблемы. Вот почему я говорю, насколько все плохо. Это трындец, если что. Я просто в ахере. Очень сложно понять, как это получилось у них. Но вроде бы как сработало. Понижение графики, я имею в виду. А успею ли я два раза ему урончик нанести? Или этого хватит? Ну давай, пробуем. Так, и куда бежим? А он взрывается, не взрывается? Вроде бы взрывается. Ага, ага, ага. Понятно. Значит, закончилась твоя херня эта. И можно танцевать. Ну не так, конечно, не так. Что же это я забыл, что здесь сучья магия? Не, нихера, я не буду. Ты давай пей, Ну как ты так-то мажешь, сука такая? О, щит. Это аминь. Я понял, моя магия идет в жопу. Не то чтобы это сложно было его так заковырять, но магия, да? А, он себя восполняет жизнь. Или нет? Не, у нее просто до хрена жизни. Или у меня просто палка старая. Некачественная. Да пошел нахер. А что он придумает для грандиозного финала, а? Как ты думаешь? Давай, попади, 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 попади. Yes. Да все, выносливость закончилась. Ну что ты в самом деле? Войди в положение. Так, ну не начинай. Ну, наконец-то. Вставай. Кстати, помнишь... Кто это задание дал в целом? Сука, воительница. А мне она сразу не понравилась. Если что. Сразу. Берегите себя. О, точно. Вот, сука, точно. Достижение прямо очень, очень подходит. Где эти его кулаки? Каменная гора? Это оно? Угу. 32 силы. На что тут 32 силы? Вы видели эти вообще кулаки? На что тут 32 силы? Угу. Да. А все ясно. В общем, пойду я сохранюсь, да и графику верну. На максимум. А то выедает глаза чуть-чуть. Не знаю, как тебе, но как минимум текстуры бросаются в глаза очень сильно. Да. Все? Точно сохранила? А то я тебя знаю. Точно сохранила? Давай вот так вот для верности, а? Смотри, теперь еще вот так. Вот точно? Ну все. Как будто ничего не изменилось. Да не, заметно. Заметно, насколько изменилось. А я, между прочим... Что тогда, что сейчас не выкручивал и здесь на очень высоко, и тут тоже. Но будем знать. Большой респект за это дело, за подсказку. Серьезно, я бы не додумался, потому что игра 2014 года.
понять и простить ее можно только. Я тут ничего не забыл. А что тут забудешь? Идем говорить с тем, который у входа стоит с протянутой рукой. И... А где он вообще? Выпустите меня из этого лабиринта, ей-богу, я уже все прошел. Не все я прошел? Я не все... Где там этот укол? Три раза его уже прошел. Что это было? Сука, что это было? Впустите меня обратно в лабиринт. Я передумал. Ох, ё. Где эта тварь? А, вот оно. Нет, нет, только не убивай. Ну не убивай, ну не наказывай-то так жестко, а. Я в домике, все, блин. Сука. Где ты? На исходной? Давай как-то сейчас нормально с тобой. А, так ты, так я. Так это. Ну ты понял, да? Где моя рукавица? Вот, все. На, вдарь ему. О-о-о. Гранаты ты бросаешь, значит, да? Да давай уже, уколи его. Сука! Ты что, хочешь, чтобы я заново побежал? Лечиться. А я побегу. А я побегу. А куда он делся? Слышишь ты? Куда ты, сука, делся? Ждешь укола, да? Я знаю. Угу. Знаешь, а вот в Search на самом деле реализована вот боевочка все-таки поярче, как по мне. С другой стороны, там нельзя сделать мага. Если что. Насколько я понимаю. Там, в принципе, только ближний бой. Там даже пострелять особо никак невозможно ничем. Но там бодрее. Да пошло! Да, да сука такая! Нет, можно, конечно, настройки в нулину понизить, но... Я выбираю третий вариант. Тупо свалю отсюда. Если получится. Угу. Да-да-да-да. Да-да. Конечно. Обязательно, ребятки. Вот прям все. Все на меня. Да-да-да. Все. До свидания. Что там у тебя? Наконец-то я свободен. Это я свободен, сука, я. Теперь, когда этот бой окончен, у меня больше нет цели. А у меня цели до хера. Только это поддерживало в тебе жизнь. Тебе не важно. Тебе важно понимать это. Как никому другому, Харкин. Твоя битва еще впереди. Мое время подошло к концу. Ты можешь воспользоваться всем, что я оставлю после себя. Что, кучу навалишь? Ой, оно сдохло, ребят, вы видели? Сражались с ним, сражались. И чё? Чё-то оставил? Броню, да? Давай посмотрим. Угасшие останки. Ясненько. Не то это дело. Ну, побежал я отсюда, потому что этот лабиринт, он просто убивает мозг на корню. Давай меня сохраним прямо здесь. Все, я уже вышел отсюда. Я уже оттуда выбрался. За веру никто не вознаграждал. Чисто как маг, там можно идти нахер смело. Броня? А-а. Показатель. Это, конечно, здорово. А сколько у меня там? Парочка набралась осколков с показателями.
Парочка, конечно. Парочка. И еще два вагона. Все. Жаль, я рассчитывал на его броню. Ее можно найти как-то иначе, что ли? Или где-то еще один сундук. Или там возле него. Ну, давай сбегаем. Да нет, ничего возле него не было. Ай, все. Свобода. Так, эта дверь не открывается. Ну ладно. Я, конечно, понимаю, что броня ношеная, но... мог бы уже и дать. Подожди, а где тут выход вообще? Что? Стоп, я не замечаю здесь какого-то рычага, или... А, точно-точно, это же меня перенес этот. И разрыв больше не мог расширяться. Убивать все на своем пути кажется универсальное решение. Забери меня туда, откуда взял, и больше не бери никуда, потому что я такое больше не переживу. Мастерить, да что тут уже мастерить? Я нашел это в другом мире. Есть идеи, что с этим делать? Любопытно. Смерть и жизнь плавились в одно вещество. Я получил это от того, кто пережил самого себя. Смерть сильно запаздывает. Ты можешь с этим что-нибудь сделать? Использовать как-то? Да. И я это сделаю. Есть разные способы. А ну давай мне на выбор. Доспехи, покрытые тенями, заглушающие шаги. Ого. Доспехи, напитанные магией, усиливающие твой ум. Доспехи, в которых бьется пульс великого воина. Ну, выбор очевиден, да? Хотя не очевиден. У меня как бы маг. Но этот ум, это обязательно лахи какие-то всратые. Еще и средний доспех, а я люблю легкое. А тут капюшон будет голимый. А тут сердцем... Да пошло... А, давай. Сделай мне доспехи тени, чтобы никто не слышал, как я тут штаны накладал. Горы. Я не понял, где доспехи? Ты сделал вообще или нет? Все, ладно. Валим отсюда. Сшито на заказ. Но по идее у меня сейчас доспехи-то в этом. В рюкзачине. Или нагрел. Не, вроде не нагрел. Начнем с педалей. Какие мне педали дал? Тень с плетенью. Где мои? Тут все познается в сравнении. Ага, угу. Да. Тяжела тень. Тяжела. Ну, посмотрим, может быть, хоть выглядит четко. А где тут тень? 12-2. 2.30. Да. Да. Конечно. Да. Может, броня хотя бы? Может, броня хотя бы лучше, чем моя. 45-11-4. Так. Ого. В общем, вот какое-то что-то все такое. А чё же она тяжелая такая?
Она вся такая тяжелая. Ну ладно, чуть-чуть в тени побегаем, да? Никто же не умрет из-за этого. Ну, кроме Харкина, само собой. Ну, чуть тени. Иногда смерть может стать рождением чего-то нового. Эти доспехи из останков древнего существа сделают шаги бесшумными. Это любую часть этих доспехов нацепить. И доспехи из останков древнего существа сделают шаги неслышимыми. Ну, не знаю, я так понимаю, что только когда все сразу нацепил, тогда бесшумно. Какой-то, у меня, не знаю, наплечники какие-то, подкладки вложил, что ли. Штанишки как-то странно смотрятся, ну пусть будет. Пусть будет. Ума не добавилось, но что ж поделаешь. Так, а что тут было закрыто? А, сюда можно было, да, еще? И тут тоже сразу босс? Может, сохранимся для начала, ребятишки? Нихера. Ну, справился. Отлично. Итак, надо, чтобы что-то опустилось, что ли. Как будто бы вот эта херня должна опуститься. А для этого нужно сделать что? В правильном порядке расположить те камни? Или они тут так, элемент антуража? Не более. Надо идти, наверное, к суке-воительнице. И рассказать ей, что я добыл знания, но я их всех просрал, потому что выбрал другие совершенно доспехи. Ну так, чисто насолить ей, понимаешь? Чтобы она знала. Чье сало съела. Выпустите меня, что вы продолжаете меня мучить с этим долбанным лабиринтом. Где тут выход у вас вообще, а? Ах, да. Еще мне этого дерьма навалить. Значит так, туда я шел? Или не шел? Шел, но нас отсюда выгнали. Ну я по Шурику. Быстренько вскроемся. Чисто понять, что здесь такое. Еще когти? Сколько у вас когтей вообще? Посохи где? Посохи, сука, где? А? Сколько я уже пушек нашел, блин? Реально когти, нихера себе. О! Росомаха. Что-то ты, конечно... жесткий стал. Выпирают прям. Ну это Росомаха Шреддер. Шредомаха. Нахер ее. Вот наш выбор. Значит так, здесь просто когти. Вниз? Не тянет. Вперед? Не получается. Суки-воительницы, что ли? Етить. Оттуда я пришел сначала. А может сейчас откроется та дверь, которая не открывалась? А как же она откроется, если... если она не откроется? Впечатление, будто что-то здесь не сделал. Что? Я мог здесь не сделать. Так, там этот перец с наковальней. Не, ну не долетит объективно.
Угу. Ну, попробуем. Просто интересно же, да? Большой разгон и... Ну, я так и знал. Как-то подозрительно долго был этот черный экран. Помучить меня захотело. Конечно. А куда это доп... Ага. Не. Все. Да ну, да нет, ну нет. Все. О. А может я там даже был? А может это... Нет, все, идем сюда. Нам сюда. Вот здесь я точно не был. Я посмотрел на эти двери, понял, что я не хочу загрузку, и ушел от них. А на самом деле, за этой дверью путь вверх и вниз. И вверх, и вниз. И у меня впечатление, что я именно из той двери и вышел, нет? Тоже быть не может. Конечно, не может, потому что я попал немножко в другое место. А может, он заново появится? Или, а может быть, за него туда пройти? А ходил ли я туда? Что-то такое помню. Это же к суке воительнице, насколько я понимаю, все-таки. Нет, давай наверх пойдем. Ой, да ладно, устал он. А наверх-то вообще выход. А, кстати, я же хотел, точно, я же хотел завалить этого. Есть тут один. Такой. С двумя мечами. Ну что, мне хотели взять, что ли, в коробочку, ребят? Ну вы в своем уме. Надо же как-то попроще быть. Пойдем, разберемся. Войти. А что, без представления? Ух ты! Ух ты, нравится. Красиво. Это у нас летчик, получается. О! С первого раза попал? Это как этого я вообще умудрился? А второй раз пойдешь? Ах, ты не зарядился еще. А он крученными, верченными. Красиво. Это что ты делаешь, а? А, это ты зарядил свою ульту. И все мимо. Вот и лох. Слушай, он вообще по мне попасть не может, да? Прикольно. Неужели магией запинаю? Поджопник ему. Ты посмотри, какая няша. А что, нельзя всегда, чтобы магия работала вот так? Ой, ульту зарядили. Ой, ну все. Не, рано или поздно он выпишет. Люляс. Какой-нибудь такой мощный. Я-то знаю. Это всегда так бывает. Ну ты сука. Давай заряжай ульту. О.
Ой, слабо я тебя. Уродую, конечно, слабенько. Ни хрена себе попал как. Это я зря так шучу с ним, да? Получается. Тут еще и эта тварь моя промахнулась последняя. Сука, ну ты, конечно, молодец. Ага. Заряжайся. Вот это перебор был. Ну ты понимаешь, что так нельзя? Ну так не делается. Сука. На. Эй! Ага. Надо ж было. А я знал, что рано или поздно они накроют. Не, это прикольно он. Вот с ним хотя бы интересно. Драйвовенько, а где ты вообще? Он такой. Бодрый босс. Не, ребят, вы все идете в жопу, а я тут сражаюсь с боссом. Может потом на обратном пути, если повезет. Гарантии не даю, потому что... Ух ты, кинжалы какие-то. Так, где ты? Достаточно одному попасть, когда находишься в центре, и все, и до свидос. Как же я тогда хорошо так попадал по нему, а? Просто замечательно. О! Кстати, а где тут жизнь это? О! Давай! Понеслась! Надо чуть пораньше прыгать, и все будет нормально. Да быстрее надо соображать, блин! Быстрее! Давай уже, наверное, заряжайся. Да пора. Ну так, чуть-чуть. Да блин! А! А так хорошо все было. Уже души иссякают. 97% осталось. А, все. Что-то мне подсказывает, что надо броню менять, но хочется уже в этой. Может, не самая лучшая идея в центре его встречать, так сказать. Ну, понятно. А классно он ездит, правильно? Вообще четкий. Красавчик. О! Не, все-таки, наверное, не в центре надо стоять. А нормально он на самом деле может прилепить. Сраку. Ты посмотри. Да посмотри. Слушай, а в первый раз он какой-то не такой злой был, что ли? Как будто бы. А может показалось, я не знаю. Наверное. О. Ездок всратый. А, может жарить его начать, а? Да нет.
Как же ты попала? Врученными своими, верчеными. Надо за спину уходить, потому что его несет. Да-да-да-да. Так у меня ничего не зарядилось, что ты начинаешь? У него магия перезаряжается быстрее, чем у меня. Кто из нас тут маг вообще? Наверное, просто не понимаю, как в этой игре магия выглядит. Она, когда ты в тяжеленной броне с двумя мечарами. Вот это магия. А когда иначе, то это не магия, получается, какая-то другая херня. Ого. Да хватит месить! Ну вот, это другое дело. Ого! Ого! Нихера себе! А чё это? Да, блин. Наводка спала с тебя. И все пошло в жопу. О, точно, я вот так буду копить. Ездить он будет мне здесь. На! Я так и знал. Так, 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 смотрим, смотрим, смотрим. И... полетели! Это было близко. Ему остался один пинок. Ну, может, еще чуть-чуть там всякого. Ну, что ты делаешь, а? Так, все, давай, заряжай свою херню. Ты бесишь меня. Ни хрена себе. Да не сейчас, не сейчас, не щ... ну не... Ну ты и тварь. Опять? Не так и далеко вроде было. Давай, давай, давай. Да блинский! Ох. Магия. Прикинь, Гендальфу так тоже тяжко было, а? А он не жаловался. Последний удар нанесем ему в ближнем бою. В спину. Сучий удар, убивающий любого воина, даже который маг. Броня четкая, но раздевание как-то не до конца отыграно. А в этой броне он не снимал перчатки. Страж. Повержен. Тысячи свечей. Вот ладно, уделал бы его еще первый раз. Заигрался, да и все. Короткий меч. Неужели он там еще и на волю, и быстрый? А ну-ка. У него были не очень короткие мечи, если что. Доставал где угодно. А где же этот меч? О, кривулька. Ну, естественно, ловкость. Ого, пылающий. А у него он разве горел? Слушай, а быстрый. А если два? Эх! Нет, на ловкость я не буду перепрошивать. У меня жмак. Жмак. Надо жмака вернуть в нормальное состояние, ибо некоторые доспехи, они как-то не очень вписываются в то, что тут вообще у меня происходит. Я вообще психану, наверное. Психану. И вот этого барана поставлю. А на ноги, а на ноги, а на ноги, а на ноги. А на ноги будет демон-убийца. Наверное. Демон-убийца или даже веру. Нет, вера. Вот такие копыта будут. Вот такой вот хер пойми что воин. Он же маг.
А что у нас здесь? Мне бы восстановить что-то. Восстановить бы мне. В смысле? Не понял. А? Понял. А здесь? Сундук. С охренительным посохом. Который я никогда в жизни не поменяю, потому что он самый топовый. Ну да. Конечно. Доспехи Вера. О, Верунчик. Тяжеленькие доспехи. Стойкость 15. О, ты шо? Вот то, что я говорил. Лахи, я тебе сейчас покажу. А что на голову? Ого! Ого! Ну, херня, конечно. Ну, давай. Не, если в лахах я еще готов побегать, то шлем откровенно проигрывает. Нет, этот шлем, не знаю, вот как только видно морду Харкина, вот что-то шлем проигрывает. Здесь такой красивый, с красными глазами, а у него вот это, ну что это? Ну что это? О! А вот броню, броню, броню. 5,50. 5,50. Ну ладно, чуть-чуть, да? Чуток. Чуток погоняем в этих лахах. Идем опять к девчонке. Где бы она ни была. Что-то там я пропускаю, что-то там не сделал. Что я там не сделал вообще? Ну хватит, а? Ну честно, ну хватит. Ну давай. И... Да пошел ты нахер, а? Вот. Во. И. Сука, ну что ты мнешься? Геморройный. А ты все это время подходил здесь, да? Ну все. С тобой мы так долго не будем. По скорику, да? Такс. Возвращаемся. Ну ты тварь. А сколько там дали за этого с мечами? За дядьку с мечами, что дали вообще? Сюда, не сюда. Идем опять с девчонкой поговорим. А? Как тебе такое? Но раз я уже здесь, надо немножко начать пополнять себе бутылки. Тут мы были. К этому моменту у меня посох должен быть уже раза в два крепче. А. Ну, как из-за этого. Плюс-минус. Угу. Не знаю, до сих пор решаю, куда эти приткнуть. Очки. На волю? Или, может быть, на выносливость? Потому что мы тут убеждаемся каждый раз, что магия, она такая. Ну такая вот магия. Ну куда ты ускакал? Давай, колдуй. Все, а теперь ты жизнь будешь сосать, так что я побежал. Что такое?
О, Харкин, так мы еще и косые. О, я же говорил. Я знаю эти все его приемы. Отсосом. И с пульками. Отсос, да? Да нахер его, а? Вот правильно. На. О. Другое дело. Ну да, да. Да, конечно. Да давай свои пульки. Волшебные. Ну, могло быть и хуже. Мог вообще улететь в жопу. А мог и больше урона получить. Так что все хорошо. Где ты есть? Ты же где-то здесь есть. Ты мне не хочешь ничего сказать? Я уже так близко. Да. Где-то. Хитрый удар с подвыпердом сработал. А тут вроде еще тоже были. Нет, не здесь это были сундуки, не здесь. А! А это куда вообще? А. Понятно, куда. Че так грубо-то? Че так грубо? Сказали бы просто, ну не сюда она. Что я могу пропускать в этих дверях? Или за этой дверью, скорее? Что такое вообще? Соберите мне обратно эту херь. Мне надо. Давай быстрее, а? Что я могу тут упускать вообще? Может быть, теперь? А может и не теперь. О! Точно, это же ты. Явно же что-то здесь. Что-то с этими рунами. Ой, да ладно, шутка. Не, ну я эту хрень так не пробью вообще. Что-то с этими символами. Или где-то рычажок. Опять ты. Давай лечись, что ли. Я так и знал. Работала? Ага. И ты падаешь. Отлично. Ты тоже падаешь? Ну и так можно. Может быть, тут где-то была какая-то дверь, которая... Или нет? А может просто психануть? А тут особо-то
Не психанешь. Они что, хотят, чтобы я прыгал по вот этим... Ё-моё! А я думал, нормально все. Не, ну тут мы не долетаем вообще ни при каких обстоятельствах. И здесь, в принципе, тоже. Тут такое впечатление, что где-то есть один рычаг. Сука, один. Его только надо найти. Ха! Да. Научился их обходить как-то еще непонятно как, но научился. Хорошо, а если я подниму этот рычаг, нет? На этого даже на прицелиться не могу. Неужели они заставят меня долбать себе мозг с этими символами, которые здесь везде начертаны? Или может ты что-то знаешь, а? А что ты знаешь? Да, привет. Да нет, мы уже все сделали. Вот бесит меня эти беготня, как неприкаянный ходишь, один рычаг ищешь. Или какую-то тонкость. Настолько, сука, тонкую, что капец. А ну давай попробуем. Ну да, ты еще и стреляешь туда, куда надо. А, ни хрена себе, автонаводка сработала. Вот это ты модный. Вот это да. А там их двое вообще-то. Ты что, каждый раз будешь нового выцеплять? Издеваешься, что ли? Да. А может, они намекают на прыжок веры? Да что-то я не верю в этот прыжок здесь. Нет веры этим прыжкам. Да! А! Вообще-то там еще до падения было далеко. И я там уже остановился. Да. А проблема-то не решена. Ох, да. Я совсем забыл про тебя. Здесь-то как попало? В смысле? Сука, ну это вообще трындец. Что за приколы, а? Сука, ну явно же не здесь. Ну вот явно. Надо все-таки идти в те ворота и там что-то думать, да?
И что же я такое здесь мог пропустить? Или не сделать? Наверх выход, а вниз... Мне кажется, он должен начать понимать те надписи, чтобы я разобрался, что там делать. И там на стенке будет написано, что делать, но пока что... Вообще никак. Нет? Ну ладно. А ты тут был все время? Я на тебя просто хер ложил? Двое? А где банк второго? Не, подождите, ребят, надо разобраться, где банка второго. Как я вас так даже не замечал, что ли? Обидно вам было, наверное. Или у вас одна банка на двоих? Да нет, куда ж там? Это за коммунизм конченый. У каждого своя банка должна быть. Ну все, отмучился. Ого. Ну что ж ты труп пинаешь-то? Ну что ты труп-то пинаешь? Ему же неприятно, может быть. Он просто ушел! Он... Это что такое вообще? Ни хрена себе у тебя вертушка. Ну магию так магию, хорошо. Да как? Да с... А... Ты тоже устал, да? Ну как устал, затрахался. А может что-то там я за ними не замечаю просто, что ли? Лев, а челюсть? Что это такое за глефа челюсть? Просто интересно. Ого. Темненькая. На темной материи держится. Конечно же, она на силу. Конечно же, она на силу, естественно. А, так, по-моему, где-то я у нее здесь не сходил, где должен был. Я сейчас быстренько вот этого обегу, наверное, или... Ладно. О, ты решил так? Сразу же. Не, я стрелял, наверное, последний раз. Чисто. По фану. Угу. Такс, та такс, та такс, такс, такс. А может быть, я что-то наверху не нажал? Еще дополнительное. А может быть? А может, надо вернуться, поговорить с Антеносом? У него там антенна нигде не выросла. Так а что же тут нажмешь? Тут только один рычаг. Нажимай его, обнажимайся. Ребят, вы что думаете, я со всеми сразу буду? Ну да, сейчас. Вот с тобой могу. И то ты конченый. О, собаку позвал, да?
Как тут попало? Как она тут попала? А собака-то полудохлая. Ну это жопа, блин. Ну как же ты не попадаешь, а? Я в шоке просто. От того, как магия мажет. Просто, сука, как так? А тебя ничего не напрягает, сука, воительница, а? Я где-то уперся. Стою, нихера сделать не могу. А, ну да, достаточно одного бордюра конченного. Угу. Может, хватит взрывов? Дайте разобраться, куда идти, потом уже убивайте. Подожди, она свалила. В смысле? А может, ее убила? Сука, я не знаю. Вот затраха. А может, это я так сейчас воспринимаю эту игру уже, потому что она вот довела до белого колена. С колением. Да нет. Да нет. Сейчас попал. Странно, я думал тут что-то хоть примерно будет такое. Кто даст мне понять, куда же идти? А идти сюда. Только как там пройти? Угу. А давайте сразу, ребят. А, у нас камера забрана, ну да. Сразу нельзя. Вообще дуркануть, что ли? Или они намекают, что я как-то могу? Да ну. Да не. Не, я могу попробовать, но... Да. Где же? Где же этот обходной путь? Интересно, сука, воительница появилась, ну, когда враги ушли? Или нет? Может, ты наведешь на него хотя бы, а? Даже сейчас нет. Шикарно. Или ты так навелся? Давай пробуем. Месть Ктулху. Угу. Сука, что не так?
Все, мина заряжена. Ну, конечно. Что они имеют в виду? Куда? Где еще рычаги? Последовательность запоминать. Да а с толку? Я не знаю, как активировать. Тут перекрыто, там перекрыто. Вниз по-любому смерть. Или следовать за этими хреновинами, они меня куда-то приведут. Вот за такими символами. Давай пробуем. Что-то не припоминаю, чтобы я их еще где-то видел, но ладно. Ну, конечно. Что-то на древнем. Вернуться назад, но это же... Да нахрен надо. Неужели где-то здесь? Я еще просто не смотрел, где. Какие символы были на этих дверях? Нет, сука, воительница уже ушла. Она все расшифровала и ушла. И по идее она должна оказаться где-то там впереди и сказать, а вот это вот знаешь, что такое было, оказывается, все это время? Не знаешь? А я тебе расскажу. А это был вот там. Нет? Оно так не работает? Может, я что-то где-то пропустил. Может, не заметил. Да что тут можно не заметить? Или пропустить? А может, надо посмотреть, какой там символ наверху и просто поискать его отдельно в мире? Нихера себе! Прыжок четкий был. А может, нужно эту хрень погасить? Ну да. Ну да, почти упал. Сука, как туда пройти? Где этот призрак здесь? Затрахал уже. Hmm.
Да нет там, наверное, ничего особенного. Это не жаровней. А где мне взять этого уничтожителя, последнего из владык? Это разве не он? Наверное, он. Что, прям психануть? Ну херня же. Ну сдохнешь же. На 100%. Странно, что-то бежать туда не хочет. А, ты в принципе застрял. Шикарно. Ладно, давай пробуем. Ну а что, тут уже не знаю, что пробовать. Понятно. Просто без понятия. Вот когда такие начинаются приколы, что где-то что-то, где-то одно какое-то, в каком-то неизвестно где месте. И тебе вот только тогда ты сможешь пройти. Но это, честно говоря, не очень круто. Ну вот вообще. Угу. Сука, ты не успокоишься же, да? Недаром мне эта сука воительница сразу не понравилась. Вот тварь. Если они думают, что это что-то объясняет. А, ну начертала на полу какие-то символы, и наступаешь на эти символы. И до свидания. Ни хрена оно не объясняет. Где что и куда идти. А это тот, этот самый аппендицит с собакой. Или они хотят сказать, да нет, воин бы никак их не убил. О, так ты тут не пролазишь. Сириус? Даешь. Эш, это ты даешь. Единственная дверь, и та с другой стороны заперта. В общем, если у тебя есть какие-то догадки на этот счет, то ты, пожалуйста, напиши, не стесняйся в комментариях, потому что я вот не очень такое говно люблю. Когда вот настолько все запутано. Что сделать нужно где-то что-то там, а потом как-то куда-то пойти. Не обязательно даже сюда, или хрен знает куда, и что-то там сделать дополнительно. Вот это ты, конечно, молодец. Сейчас бы только вылетел в трубу.
Может, открой мне дверь, пожалуйста? Ну, я же вижу, что там ходишь. Сука, ну я же вижу, а? Да. Ну нет, нет. Этот прыжок, это нет. Это сразу нет. Там должна опуститься эта хрень. Просто этот пьедестал. Для этого нужно что-то где-то нажать. Или с кем-то поговорить. Или, в принципе, что-то такое специфическое сделать. Оно опустится. И я смогу пройти. Правильно? Правильно. Что это такое? Без понятия. Разработчики просто в такие моменты думают, что да это ж, блин, да это оно вообще легко делается. Это надо просто вот это вот, вот там, а вот нажать или сказать, или вот это сделать. Ну вот вообще, а потом побежать просто в другой конец карты. Вообще в другой конец игры. И вот там вот это все будет. Ну да, правильно же. Сука, ведь до этого все нормально было. И кувырки конченые. Вот, сука, Dark Souls. Вот сделали, понимаешь, я уверен, что они даже не то чтобы хотели, они просто вот случайно сделали, что кувырки конченые у них получились, и все. И давайте будет фишка. А потом все эти Souls-лайки вот с конченными кувырками. А между прочим, в Surge очень удобно прыгать. Отлично там все сделано с этим. Вообще никаких проблем нету. Да, тут расстреливать, конечно, будут знатно. Да тут и сделать ни хрена нельзя. Или можно? Или я просто не догоняю этого прикола, а не зная, насколько в соус-лайках люди боятся подходить к краю и так далее. Они вот так все организовали, что тут именно нужно... Вот сюда куда-то прыгнуть. Давай попробуем. На синюю хрень эту. До лампочки. Не, я не знаю, я не знаю. Кто-то очень умный находится, пишет, что типа, ой, да ты не стараешься, ой, играешь на отвали или для галочки. Откровенно, я не знаю, чем люди смотрят. Хотелось бы узнать, чем, но я так понимаю, что это нереально узнать. Чем они там смотрят? Ушли нахер эти души, да? Ну ладно. Невеликая потеря. Все равно они наклепаны были блужданием туда-сюда. В общем... А, не ушли? Тут не такая концепция? Или... Ушли, ушли. В общем, не знаю, где что. Но где-то что-то, да? Вот где-то, сука, что-то. Search, они себе такого дерьма не позволяли. Побегать там надо было, конечно, да. Но вот так, чтобы ни хрена не было понятно, куда идти и как туда дойти, вот такого не было. Хм? Уничтожь вот этого владыку. В общем, дай знать, что ты по этому поводу думаешь, знаешь ли, как пройти или нет. Либо я, наверное, буду бегать, но уже за кадром, потому что... Ну, а... Толку. Ни хрена же не ясно. И яснее не становится. Дай знать. И обязательно поставь лайк. А также еще раз спасибо большое всем, кто откликнулся и написал, как пройти этот баг. Потому что баг, сука, был непроходимый. Кто бы знал. Кто бы знал. Вот.
большое спасибо за компанию и отдельный респект за поддержку меня и вот этого рогатого в лахах. Надо их менять, кстати, да? Надо. Уже набегался в них. Респект и... Бо-бой!